Лежим с Олежей на пляже и любуемся закатом. Вот такие тут. Считаю, что одни. Два там каких-то индуса ходят. Это никого на пляже. Красота. Не то что Лазаревская, Сочи, где не знаешь, куда прилечь. А мы так себе надули наш матрас и любуемся закатом. Да, Реш? Да. Красиво, да? Солнце садится. Такой воздух морской прикольный, свежий, хорошо. Ой. Ореша. Интересно наблюдать. Ну. Да? Солнце так садится, садится. Море все ближе и ближе. Прилив пошел. Говорили, коровы, коровы в Индии ходят по пляжу. Никаких коров тут нету. Даже собак и те почти не ходят. Мало-мало. Одна сегодня, правда, у нас всю ночь спала. Да, Реш, собака? И ты на нее обиделся. Ты ее кормил-кормил ночью. Это мой друг был. Твой друг, она под утро смоталась от тебя. Да? Твой друг это Зена. А это предатель был. Я так и сказал. Да, это был предатель. Корм специально везли с России собачьей, кормить этих животных, но он оказался предателем. Тащишься, Ореш? Понимаешь ты? Да. Второй день мы сегодня, да? Не спроси. Понятно. Там уже темно становится. Все, уже почти солнце садится, садится. Сейчас будет темнота. Не помню, 16:21 это по их времени или по российскому? Не, наверное, российское. У нас насколько здесь разница с Россией? 2 часа? Или 2,5? 2,5. Что у нас тогда получается 7 часов сейчас? Не может быть.